Это двор по улице лейтенанта Рябцева. Жильцы близлежащих домов активно подключились к работе. Кто-то приводит в порядок кусты, кто-то красит лавочки, кто-то подметает. Представители ЖЭС предложили местным жителям поучаствовать в субботнике, и те откликнулись. Пришли, вышли по старой закалке еще. Любим помогать двору, разводим цветочки. Вот заборчики делаем, восстанавливаем своими силами, как можем. Как можем, так и делаем, друг другу помогаем. Где-то деревья, где-то кусты обрезаем, где-то что-то вот садим, где-то ухаживаем. По мере сил. Вот, потому что нам уже каждому за 76, 80, мы в таком же возрасте, понимаете? ЖЭС развесил объявление и пригласил на субботник. Мы всегда рады поучаствовать. Очень много лет назад мы всегда собирались, потому что дружно всегда во дворе здесь жили и сами благоустраивали. Ну а сейчас первый раз так собрались. Я супруге помогаю. Она вот в ЖЭСе работает и тоже вот участвую. Приятно. Я хоть даже тут не живу, но мне даже все равно приятно будет, что где-то вот какой-то кусочек уже порядок навели. Вот. Так что это хорошее дело для всех, я считаю. И жильцы довольны. Ирина Муцикевич, одна из сторожил двора, вспоминает, раньше такие субботники проводились часто, когда все жильцы вместе выходили на работу во двор. Со временем традиция сошла на нет. Поэтому, когда снова прозвучало предложение присоединиться к благоустройству, брещанка с радостью откликнулась. У нас хорошо, потому что у нас, как вам сказать, люди все-таки и сами следят за порядком. И у нас очень хороший дворник света. Вот. И, в принципе, ЖКХ, когда обратишься, она всегда делает. Делают они, когда мы просим. А двор вот. Дружный? Дружный, потому что мы все вместе давно здесь живем. Вместе с местными жителями работают и специалисты жилищно-эксплуатационной службы. Они выделили горожанам инвентарь, в том числе помогли с установкой нового столика во дворе. Очень радует, что они отозвались на акцию субботника, вышли вот, и активно участвуют в наведении порядка на своих дворовых территориях. То, что население вложит свой труд, они будут это более ценить и бережнее относиться к своему оборудованию, своим малым архитектурным формам. Самое приятное в этой работе, отмечают сами жильцы, это не только вместе трудиться над красотой своего двора, но и оценивать, насколько он стал краше после такого субботника. А вместе не только быстрее, но и веселее.